надо на повара, блядь. А там лепесток какой-то, под него надо завалить. Да. Один вроде залез. Второй надо. А второй, блядь, надо, по-моему, их отрезать по неровненьким, блядь. Откусить? Да. Останется поебаться. А кому же еще? Когда я отсоединял, думаю, ну кто-то поебется, блядь. Да. Зря так думал. Зря думал. Откуда я их встречаю? Они один хуй. Залезут ли они вообще сюда? Осторожно. Ноги не затекли? Он еле встал, блядь, не затекли. Понятно. Так вот, ровненько. Вверх. Она сейчас тем углом упрется в провод и все. Там мы сейчас это... Сейчас нормально сделаем. Упирается. Делаем повыше. А это удобно. Вот здесь вот согнем. О, подлиннее было. Такие вот они.
что-то должно получиться. Какую? У меня только такая. Может, ее еще открутить немножко? А этого ключика нету? Ага. Да хватит, хватит. Не, он в общем не вывалится, он там развальцованный этот. Опа. Вверх. Должна вроде войти уже. Нет, одна вниз, другая вверх. Вот сразу. А может быть их горизонтально поставить и все вверх? Вот это свободно, и место есть, и все. Ровно редал. Вы-то что там выебаете? Думаешь, сбоку ее загнать, что ли? Да, сверху. Но она же так, это, по горизонтали прижимается. Может, вытащить его и вот отсюда, вот углом, вот так вот, чтобы туда не заводить. Может, так легче будет.